герпес на губе от чего? Герпес — это сигнал, когда вы себе очень долго что-то запрещали делать, а потом разрешили, и он как бы показывает то, что вот вы разрешили наконец-то запрет. Но при этом, когда вы разрешили себе этот запрет, вы чувствуете небольшую либо вину, что долго себе запрещали, либо стыд, что долго, да, себе запрещали. Ну, в принципе, все. Если у вас постоянный герпес на губе, значит, вы циклично все время что-то себе запрещаете, считаете это плохим, а потом раз разрешили, потом опять. Нужно посмотреть, что вы делали такого перед тем, как у вас вылез герпес на губе. Или как найти свое предназначение? Перестать искать. Я же только что про него говорила. Я кайфую от жизни только когда влюблена. Согласна. Вот, блин, когда мы влюблены, естественно, мы влюблены в себя. Когда мы влюблены, у нас сворачиваются горы, у нас эйфория, мы ни на чем не заморачиваемся. Проблемы просто перестают быть проблемами. Нас вообще ничего не волнует, потому что мы находимся в таком классном состоянии. Полностью согласна, поэтому нужно влюбляться. Вот, в кого влюбиться нужно в первую очередь? Конечно же, в себя. Невозможно же чувствовать влюбленность без объекта извне. Вот как раз-таки возможно. Это у вас такой шаблон, что невозможно влюбиться в себя, невозможно чувствовать влюбленность без объекта вовне. Возможно еще как. Другой вопрос. Задайте себе такой. Для чего я хочу не чувствовать влюбленность? Что мне мешает чувствовать влюбленность? Все как обычно, мы задаем вопрос. Противоречивые желания нам нужно найти. Какая выгода в том, что я не чувствую себя влюбленной? Какая выгода, что я не чувствую себя на подъеме? Какая выгода от того, что я страдаю? Какая выгода от того, что я переживаю проблемы? То есть у вас есть выгоды. Найдите их и рассоздайте. Ваше желание тут же исполнится. Когда вы уберете препятствия. Наше желание — это вот все просто. У нас есть одно желание, но ему мешают препятствия. Нашли эти препятствия, осознали эти препятствия, все. Ничего ему не мешает, оно исполняется. Не надо бороться с ним, потому что если вы будете бороться, пытаясь получить вот это вот желание, которое вы так прям сильно хотите, вы его можете получить. Можете не получить, можете получить, можете нет. Но в любом случае, даже если вы добились, противоречивые вот эти желания, которые были исполнены благодаря тому, что этого не было, они рассыпятся, и вы получите очень много проблем. Потому что не готовы расстаться с тем, из-за чего желание ваше не исполнялось. Не готовы. А тут сначала надо с ними разобраться, из-за чего вы хотите не влюбляться, из-за чего вы хотите, чтобы желание не исполнилось. Из-за чего вы хотите, чтобы у вас была проблема? Из-за чего вы себя чего-то лишаете? Потому что есть выгоды. Вот с этими выгодами надо разобраться. Либо разрешить эти выгоды отпустить, расстаться с ними. Либо как-то их по-другому начать получать. Вариантов масса. Кайфую от жизни, только когда влюблена. Так, это мы уже были. Благодарю за ответ про аллергию. Я чувствую внутри потребность создавать и писать посты или рассказы, но не проявляю свой творческий потенциал. Экспериментируйте, попробуйте, давайте, посмотрите, не знаю. Астма, бронхиальная аллергия, не могу определить от чего. Так, прошлый эфир был про психосоматику, вот прям весь посвящен. Или позапрошлый.
запросов, скорее всего. Но тоже в один день, да, у меня было несколько. Почитайте в интернете, что такое астма. Какую функцию вы не выполняете в жизни. И все. И тогда осознайте. Нелли, можно ведь не прорабатывать ситуации вокруг меня, даже жесткие, если меня это не цепляет. Ну, если не цепляет, то вы даже не заметите эти ситуации. Но если вы ее заметили, значит, зацепило. Но если не хотите прорабатывать и врете себе, что она меня не цепляет, но я ее заметил, то можете не прорабатывать. Здесь вопрос... Блин, ну, если я что-то заметила, значит, это же меня зацепило. Как я могу на замеченную ситуацию говорить, что она меня не цепляет? Как? Я бы прошла мимо и даже бы ее не заметила. Но вы можете закрыть глаза, пройти мимо, и она вас догонит в какой-то другой ситуации. И вам рано или поздно все равно придется разбираться. Вы пока вот эту ситуацию себе сейчас создали, которую не хотите разбирать, вы до этого себе сигналами, вот про то, что вы сейчас себе пытаетесь показать, уже много-много раз пытались сказать, много. Вы эти сигналы пропускаете, пропускаете, пропускаете. А этот мир наращивает, наращивает, наращивает ситуацию, которая потом все больнее, больнее, больнее будет бить, пока не доберется до вашего тела. Пока не доберется до близкого окружения. Сначала мы там на дальних подступах себе в кино что-то показываем, не обратили внимания на ситуацию ближе, 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 пока уже нас не коснется. То есть это ваше дело разбирать ее на дальних подступах, либо подождать, пока она близко не подберется. Так что даже не знаю, что делать, разбираться или опять ее послать. Так, хороший вопрос. И также с мыслями и непроработанными ситуациями. Можно ведь просто быть здесь сейчас с усилием воли, фокусироваться, и то, что беспокоит, само отпадет. Ты как думаешь? Быть здесь и сейчас — это как раз-таки осознавать то, что с тобой происходит. Оно не отпадет само ничего. Быть здесь сейчас — это наблюдать, что с тобой происходит, и что все, что вокруг с тобой происходит, это про тебя. Это и есть быть здесь сейчас. Это и есть чувствовать себя через внешний мир. У вас какое-то понятие «быть здесь сейчас» прямо противоположно этому понятию. То есть если я буду здесь сейчас усилием воли, то я и перестану все замечать вокруг. У меня вот даже вот это не вяжется. Быть здесь сейчас — это наоборот замечать все, что здесь вокруг сейчас происходит. Понимаете? То есть все, что сейчас меня окружает, вот прям вот сейчас, что меня беспокоит, я это сейчас вижу. Поэтому у меня даже я не могу понять, блин, этого вопроса. Может, вы думаете, что быть здесь сейчас — это абстрагироваться от внешнего мира и чувствовать только свое тело? Ну нет, тогда это не про это. Это не про чувствовать свое тело. Это чувствовать свое тело и реакцию тела на внешние картинки. А без внешних картинок, ну, заперли вы себя в вакууме, в темной комнате. Вот, что же вы будете чувствовать? Да, особо-то и ничего. Так, однажды стало в метро плохо на эскалаторе, когда ехала вверх. Короче, я не езжу в метро одна 10 лет. Каждый раз мне плохо. Это мешает жить. Что делать? Ну, вот это вот шаблон, да. Я бы посоветовала взять какого-нибудь проводника, любого психолога, психотерапевта. Есть регрессологи, кинезиологи, гипнологи. Вот, и проработать вот этот паттерн, который все время у вас, ну, блин, крутит этот шаблон. Потому что это же всего лишь шаблон. Вы один раз
допустим, подавились костью в детстве, все, у вас сразу кость, рыба, плохо, смерть, подавился. Рыбу вы больше не будете есть, у вас просто при виде рыбы на блюде уже будет подниматься температура, вас будет лихорадить, там, я не знаю, прыщи будут или еще что-то. Ну, то есть вам будет плохо каким-то образом. И каждый раз вот это вот будет срабатывать, этот триггер. И сейчас вы метро вот это вот вспоминаете, что вам было плохо. И каждый раз вы эту ситуацию будете прокручивать. Она будет с вами, блин, случаться. Если вы пойдете в метро, вам реально будет плохо. Я советую взять как любого человека, кто занимается вот тем, что я сейчас сказала. Блин, в любой профессии куча методов. Я даже не буду сейчас никого советовать конкретно, ну, какого именно специалиста. У меня все окружение этим занимается. Любой человек, который смотрит мой эфир, наверное, уже, ну, знает, как это делать. Потому что во всех эфирах тоже пишу, в постах. Нужен, наверное, проводник, то есть сами не справитесь. Надо откопать вот этот шаблон, да, и поработать с ним. Нелли, а ты обучалась где-то этой информации? У меня подобные мысли с детства. Но я тоже хочу сказать, у меня всегда так было. Я вот буквально вчера сидела, вспоминала о том, что я уже в детстве всем говорила, что я не верю ни в какого бога. И в церковь я с детства со школы не ходила, меня прям от нее школбасило. И я говорила, Бог внутри меня, я как вспомню это. Потом я услышала слово от взрослых атеист и говорила, я атеистка, я верю в себя, Бог внутри меня. Короче, вот так все говорила. Короче, у меня всегда так было. Мы наше прошлое создаем из точки здесь и сейчас. Наши прошлые воспоминания формируются вот именно из этого момента, того мышления, которое вот в данный момент у вас есть. Пырнуть себя ножом и умереть тоже шаблон, а вы не сможете умереть. Для зрителей вы умрете в параллельной реальности, те, кто будет наблюдать вашу смерть. А вы продолжите жить в той реальности, в которой вы сейчас находитесь. Нож окажется резиновым, недостаточно острым, недостаточно длинным. Либо вы передумаете, либо вас спасут. Ну, что угодно может произойти, вариантов много, но убить вы себя не сможете. Не призываю пробовать, потому что наблюдатели вас потеряют, ну, близкие люди. Но вы продолжите жить все равно. Посмотрите квантовое бессмертие. Так. Вот, интересно. Скажите, если надо принять важное решение, но не зная, что выбрать, как определиться? Посмотрите фильм «Господин Никто». Я как раз вчера эфир говорила про принятие решений. И тут смотрю этот фильм в который раз, и там именно про принятие решений. Весь фильм, смысл его. Я его смотрела, ну, раз, блин, 5-10, очень много раз. Я каждый раз думала, что ой, какой классный фильм, и каждый раз его по-разному понимала, и только сегодня ночью я поняла на самом деле, какой есть фильм, ну, с каким смыслом. Просто до этого я не видела смысла в этом фильме. Это, ну... Короче, в этом фильме показали все мои слова с моих последних эфиров, и я просто офигела. Он подстроился под мои мысли. До этого я фильм вообще так не видела, не воспринимала, и там было про выбор. То есть мальчик
когда его родители расставались, поезд подъезжает, ему дали выбор. То есть выбери, ты поедешь на поезде с мамой или останешься с папой на перроне. Реальность раздваивается, он бежит к маме, попадает с ней в поезд и проживает жизнь с мамой. И потом он проживает параллельно жизнь с папой. Потом у него там еще параллели постоянно, короче, разветвлялись. Он это все помнил. В конце, когда уже фильм заканчивается, там был офигенный вывод. То, что пока ты не сделал выбор, у тебя есть бесконечное пространство вариантов, которые ты мог бы выбрать. А если ты уже сделал выбор и все знаешь, то ты не сможешь выбора уже сделать. И все выборы, они правильные. Этот вот все там в фильме, сейчас я цитирую, как раз вот отвечаю на этот вопрос. Все выборы, они правильные. Вопрос, что если ты между выборами выбираешь, ты уже примерно понимаешь, что будет с этим выбором и что будет с этим выбором. А когда ты понимаешь, что будет, если ты выберешь это или это, то ты это выбрать уже не можешь. Ты это не можешь прожить, тебе нужно сделать новый выбор. Во вчерашнем эфире я как раз перед этим фильмом сказала, что мы не выбираем ничего, нам нужно сделать новый выбор. Без выбора. То есть не выбирать, а сделать какое-то новое действие. То есть не принимать никаких решений, а наблюдать. И в конце фильма мальчик, короче, ни с папой, ни с мамой не остается, прожив все варианты событий, бежит вообще в другую сторону, в новую, третью, берет там листик, ну и создает новую реальность. Короче, блин, мозг этот фильм ломает. Очень круто, наглядно показывает, что дают нам выборы. И пока мы не выбрали, у нас есть большой событийный поток, и мы можем творить что угодно. Но если мы пытаемся выбрать из имеющихся выборов, мы уже их подсознательно, мысленно прожили, эти выборы. Мы уже понимаем, что может быть в том выборе, либо в том. А когда мы их уже мысленно прожили, там жизни нет, там уже прожито все. И в тех выборах мы ограничены очень сильно. Ну, то есть мы уже представили, что там может быть, мы уже ограничили себя. Вот, если вы хотите творить как творец чудеса и все такое, перед выборами не стойте, наблюдайте, как оно все само разрулится каким-то новым способом. Это вот как вывод вам. То есть я не могу вам сказать, какое принять решение и какое будет важнее, потому что нету правильных и неправильных выборов. Они все одинаково, выборы важны, интересны, и мы их, все эти выборы и проживаем. Вопрос в вашем забвении, то есть вы не помните параллельную реальность, которую вы сейчас проживаете. То есть вы фиксируете в данный момент только одну реальность, но проживаете все. Смысла выбирать нет, потому что, ну, умом ваш поток вынесет вас на самый лучший вариант, если вы ему не будете сопротивляться и специально анализировать. Богатого выбрать, но некрасивого, да, там был вопрос ранее. Либо бедного, но суперкрасавца, да, что там выбрать-то? Не надо, ни туда, ни туда, потому что и там некомфортно, и там некомфортно. Там денег не хватает, там лица не хватает. Ждите новое событие, нового принца в себе. Вот. Наслаждайтесь обществом двоих. Не делайте поспешных выборов. Интересно, зачем вам Нелли головная боль? Знала бы я. Ну, вообще знаю. У меня было очень давно желание наладить распорядок дня, ложиться вовремя, когда темно, просыпаться с рассветом. А я люблю ложиться днем спать, ну, утром, уже для кого-то даже день.
днем спать, а ночью нет. И подбешивало это состояние. Я очень давно мечтала наладить режим. И вот если я не ложусь спать, у меня головная боль. И сегодня ночью я и вправду не спала, я смотрела фильм «Господин Никто». Легла спать там в 5 утра или в 6. Понятное дело, что днем я проснулась с головной болью. У меня всегда сигнал, что опять ты идешь против своего желания. Ты же хотела спать ночью. Какого хрена ты не ложишься? То есть мое тело умничка просто. Обожаю это прекрасное тело, которое мне офигенно сигналит, что давай, ложись спать. У меня мигрень только в одном случае, если я ночью не сплю. Так. Как вы можете высиживать со мной часами? Я всегда говорю, без любви смысла нет. А когда нет объекта, блин, я есть объект любви. Да ура, Марина! Вот прям вот классно все в точку. Когда вы будете себя любить, отражение в зеркале, весь ваш мир будет такую любовь вам отражать. Все будут влюбляться. Вот прям будешь на первом месте, когда сейчас у себя сама, будешь на первом месте у всех людей. Дети, кстати, сладким обжираются тоннами, не толстеют, зубы не болят. Ну, не у всех детей, конечно, так складывается. Угу. Влюблённость внутри меня. Ищу, чтобы на кого-то ее направить, потому что так ярче чувствую. Но четко отмечаю, что люди разные, а чувство одно мое внутри меня. А вы когда хотите на людей это направить, вы про себя-то вообще забываете. Научитесь направлять на себя, а потом... уже оно само будет направляться на других людей. Так. Как вы относитесь к буддизму? В ваших мыслях много созвучного. Ой, если бы вы давно меня смотрели, вы бы перечислили все бы религии, все учения, эзотерику, психологов и так далее, потому что о чем бы я ни говорила, вот, мы все об одном и том же говорим. Каждый описывает слона со своей точки обзора. Кто-то про уши говорит, что слон — это уши, кто-то хвост, кто-то там хобот, та-та-та. Вот, если собрать все это, не опираясь на какую-то одну крайность, понимая, что правда вот, любого ответвления — это всего лишь пазл одной картины, большой, истины. Вот, это всего лишь пазл, только часть. То есть и буддизм — это только маленький пазлик, часть истины, и христианство, и вот, любые учения вообще какие возьмите. Это всего лишь какая-то часть. И вот этой части не нужно... ну, уверить, что вот пазлик — это вот все картина мира, это слишком узкое мышление. Надо собирать все, даже противоположности, вот в целое, то есть как бриллиантик, каждую грань рассмотреть и увидеть целое. Я даже сама себе не верю, потому что моя правда — это всего лишь какая-то часть истины, и она далека от истины, так же, как и все остальные правды. Но каждая правда — сама по себе лжива, получается. А сны, если снятся, что-то обидное, это тоже получается, я обращаю на это внимание. Да, у меня есть пост про сны, и посмотрите, IGTV, там есть прям эфир про сны. Вот прям там 2 часа посвятилось нам. Очень нравится ваша красивая блестящая кофточка. Где вы такую покупали? Ой, это я покупала в Сеуле, в Корее, на рынке
Миндон, что-то такое, блин, не помню название, где у них просто километры в подземном переходе, где метро, и потом на улице выходят большие-большие рынки, и вот там покупала. Комендон, какой-то дон, я забыла название, вот. Так что это за ней только в Корею. Так. Шаблон. Если огурцы запить молоком, то настигнет понос. Я в детстве всегда огурцы запивала молоком, и со мной такого не случалось никогда. Ну да, возможно, и шаблон. Так, оказывается, здесь и сейчас у меня идет абстрагирование. А это наблюдение за собой и всем, что со мной происходит. Спасибо, дошло. А, это был ответ? Такая, я уже как вопрос, давай читать. Младшая дочь ненавидит старшую из-за ее неаккуратности. И это очень... А, ее большой полноты, что мне надо в себе проработать. Ну, вот как раз-таки аккуратность, неаккуратность, шаблон, да. Полноту, худобу... полный, пустой, ну, такие вот шаблоны. Что я чувствую, глядя на то, как конфликтуют сестры? Там еще, наверное, много шаблонов будет. Что я чувствую при этом? А как трансформировать? У меня отдельный эфир есть. То есть мы берем и рассуждаем между двумя крайностями, как найти целое. Просто в рассуждениях, почему тонкий — это толстый, а толстый — это тонкий. Берем какую-то картинку и опираемся на нее. Картинку берем любую, какой-то бред. Чтобы вы умом на старые знания, на старый опыт не опирались, а опирались на какую-то бредовую картинку. Например, синяя лошадь, сидящая в ведре, которая летит по розовому небу. То есть вот берете какую-то картинку абстрактную и опираетесь на нее, создаете новые ответы. Если вы будете при рассуждениях опираться на то, что вы уже заранее как бы додумываете, знаете какой-то опыт, то вы не сможете новое создать. У вас опять будет старое, опять будет шаблон на шаблоне. Поэтому берем, опираемся на картинку какую-то. Уму для рассуждений нужна какая-то опора. И находите, что в этой синей лошади тонкого, что толстого. Почему эта лошадь синяя может быть и тонкая, и толстая? И начинаете рассуждать. Бред будет, бред вообще, честно. При рассуждениях со стороны покажется, что вы с ума сошли. Вы эти ассоциации выписываете, ну, то есть накидываете на эту картинку ассоциации, рассуждая, почему тонкая может быть толстым, и причем тут синяя лошадь, летящая по розовому небу. Вы выписываете все вот эти ассоциации на листочек, и потом... пишите, 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 рассуждаете, у вас картинка должна сложиться. И такой инсайт приходит. Точно! Почему тонкое — это толстое? Почему толстое может быть тонким, а тонкое может быть толстым? Если даже вот взять... У меня такая картинка сейчас пришла. Космос, пространство. Да, в этом пространстве бесконечном нарисовать какую-то линию. Вот она толстая или тонкая? Она не тонкая и не толстая, потому что нету относительности, мы ее не можем сравнить относительно чего-либо. И поэтому, если ее сравнить со спичкой, может быть, эта линия будет слишком большой и толстая, если сравнить с бревном, то она будет тонкой. То есть она одновременно может являться и тем, если мы ее с чем-то будем сравнивать. А если мы не будем сравнивать, то получается, нету ничего тонкого и нету ничего толстого. Оно просто есть. Все. Если я буду это рассуждать, и это осознаю, оно у меня щелкнет в следующий раз при любых каких-то событиях, где вот этот шаблон мог бы выскочить, он не будет, этот шаблон, влиять на ситуацию никаким образом. То есть наше мышление, оно не будет подгонять под это, потому что мы уже разобрались с этим как-то. У нас в голове нейронные связи, блин, перестроились, пока мы рассуждали. В рассуждениях перестраиваются нейронные связи. И мы на ситуацию начинаем по-другому смотреть. У нас взгляд на ситуацию становится шире.
То есть мы не и так вот узколобо смотрим, так. Мы начинаем картину видеть больше. То есть мы начинаем видеть то, чего мы раньше не видели. То есть нам перестают мешать шаблоны в ситуации. Не так узко мыслить. Короче, если вы на любую ситуацию найдете шаблоны, там их будет там много, десятки, рассоздадите и начнете осознавать, что все вот эти крайности, они бессмысленны, никаких крайностей, ограничений нет, то вы без ограничений будете смотреть на ваши ситуации, они будут вам казаться абсурдными. А мы своим мышлением создаем реальность. Когда мы уверовали, там, что это там плохо, у меня не получится, что оно вот так вот должно быть, оно так и происходит. Когда вы рассоздали крайности, шаблоны свои, то получается, вы на ситуацию смотрите, она у вас не уплотнена в ту форму, ну, потому что она, блин, становится бесформенной, эта ситуация. Вы не можете крайности найти. И эта ситуация у вас как бы расплывается, и вы не можете понять... То есть она не фиксируется как проблема, что ли. Это надо просто пробовать. Пробовать работать с мозгом. Короче, я сейчас вообще вас в такие дали уведу. Так. Еще есть статистика по рекордам. Когда говорят, что невозможно пройти отметку какую-то, много времени люди ее не проходят. Но как только один находится, да, кто эту отметку проходит, то сразу все, тот же рекорд бьют и потом начинают бить больше, больше, больше. Да-да-да, есть такое. У нас просто есть ограничения в голове. Мы так думаем, мы так решили. Мы эти шаблоны сами себе навязали и в них уверовали. И все, и не даем двигаться себе дальше. Вот я знаю, что мне нельзя туда идти, потому что я заболею. Я вот знаю, что мне будет холодно, поэтому вот я оденусь по-другому. Вот я знаю вот это, я знаю то. Нас это все ограничивает. Что за фильм? «Господин Никто». Каждый раз, когда этот фильм смотрю, вот сегодняшняя ночь у меня просто, я офигела. Он совсем другой. Я в нем видела совершенно другие смыслы. А сегодня, я, когда его смотрела, я просто офигела. Потому что режиссер взял, слезал как с языка просто все мои слова последних эфиров. Я так удивилась. Понятно, мы видим только то, что есть в нашей голове. Если до этого я, когда смотрела фильм, он в 2009 году вышел, я мыслила по-другому, то, естественно, я и видела этот фильм по-другому. Такое впечатление, как будто его переписали, заново сделали, он другой. Так. Блин, неужели никаких правил нету? Правил нету и есть одновременно. Правило — жить без правил. Но правила мы создаем. Это же круто — создавать правила, как правильно молекулам ставить в ряд, чтобы сделать кружку. Если бы у нас не было правил, как молекулам в кристаллической решетке собраться, чтобы кружка у нас была, мы не могли бы пить чай. Все правила мы создаем для какой-то игры, чтобы что-то ощутить, чтобы что-то осознать, чтобы что-то сделать, ну, чай попить, получить удовольствие, получить определенные чувства. Мы таким образом, ну, живем и наслаждаемся. Если бы у нас этих правил не было, у нас бы весь мир бы разлетелся бы просто в воздух. Воздух бы тоже разлетелся в ничто. И что, интересно так жить? Нет. Наше тело бы распалось, и чувствовать было бы нечем, играть было бы не в чем. То есть наш скафандр помогает нам кайфовать, играть. Мы можем с ним делать что угодно, с этим скафандром, да, который мы себе создали. Можем его украшать, можем его одевать. А представьте, если не было бы правил, мы бы не смогли бы носить одежду. Ну, много бы чего не делали. Правила — это хорошо.
Другой вопрос, как вы эти правила используете? Мы ничего не отрицаем, все, что мы создаем, оно есть, просто надо классно этому найти применение. Топором можно бошку, да, там кому-нибудь разрубить, коту голову отрезать, а можно взять и нарубить дрова, сделать огонь, пожарить шашлыки, наслаждаться костром. То есть что угодно можно использовать как во вред себе, так и во благо. Вот можно себя чем-то ограничить, а можно этим же самым дать себе толчок на развитие, на расширение, на движение, на кайф. Также и правила. Если вы принимаете правила, что вы создали, например, правила семейной жизни, то вы можете классно поиграть в семью. Если вы будете нарушать эти правила, то ваша семья распадется. И ваше желание опять. Блин, не того мужика выбрала. Просто вы не хотите играть по правилам. То есть вы должны играть правила, но осознанно, понимая, что вы их создали для чего-то, что вам нужно в это поиграть, вы хотите определенных чувств, ощущений, не бороться с этими правилами, а принять их, что вы их создаете для чего-то. Ну как же без этих правил? Все разрушится просто. И в фильме «Господин Никто» как раз-таки идет про правила разрушения, почему дым из сигарет не возвращается обратно, почему наш мир идет все время в разрушение. Там тоже есть этот ответ, посмотрите. Слушайте, мне кажется, я сейчас во всех эфирах буду этот фильм вспоминать. Вот он классный. Так что правила есть, мы их создаем. Другой вопрос, где вы их используете? Я знаю, как правильно по правилу там пойти и сделать, например, нарисовать картину, я себя ограничиваю, я не даю себе творчества никакого, потому что если я по правилам буду рисовать линии, там, тра-та-та, я сделаю копию. Вот. Но правило изначально, чтобы сделать копию, это круто, потому что если я не научусь делать копии, я не научусь потом творить. Копия — это тоже хорошо. Если я не попробую это правило, я не смогу потом дальше их нарушать. Поэтому... надо всем овладеть. И с правилами поиграться, и без. А что со старостью? Можно не стареть, что ли? Ну, я считаю, что можно. Почему нет? Мы, опять же, придумали себе правила стареть. Для чего? Для того, чтобы осознать, что ведет к старости, где мы себя убиваем. Поэтому это хорошо, что мы себе старость создали. Но можем сейчас для своих Микки Маусов выделить там не 100 лет жизни, а 300. Ну, в ближайшее время так и будет. Но вы-то вечные. Умирают только Микки Маусы в вашей реальности вокруг. Но не вы. Что такое ненависть? Это противоположное любви. Ненависть и любовь — это одно и то же. Трансформируйте шаблон. Найдите целое. Почему это одно и то же? Почему в любви ненависть, а в ненависти любовь? Осознайте, что такое любовь. А что важнее по иерархии, слушать тело или душу? Тело хочет мужчину, чувствует безопасность, а душа на этого мужчину говорит бежать, опасность, боль. Так, это не душа говорит, а мозг. Тогда тело лучше слушайте. Опасность, боль — это ум говорит. Как купить машину? Я уже не знаю, с какого конца подойти. И противоречивые желания нашла, и желания, которые стоят за машиной. И все без толку. Есть деньги, но не полная сумма. Не хватает 150-200. Продолжать копать, потому что вы не все нашли. У вас есть желание не иметь эту машину. И у вас есть на это причины. Вы их не нашли просто. Частично нашли, частично нет. Пока вы до последнего не найдете, ваше желание не исполнится. Изжога каждый день. Что надо проработать? Непринятие чего-то. У вас внутри что-то горит. Что горит, что-то просится наружу, а вы это не можете принять.
какая-то ситуация с машиной или с деньгами, или с детьми, или с мужем, не знаю. Спасибо. Насмотрела всяких страшилок про инопланетян и стало скверно на душе. А тут ты, Нелечка. Кстати, про инопланетян очень интересно. В фильме «Господин Никто» буду вот на него ссылаться, но он реально классный. Парень сидит такой, печатает рассказ о том, что где-то в параллельной вселенной мужчина летит на Марс, чтобы на Марсе развеять прах его жены, с которой он поженился, и вот только они поехали после свадьбы, сразу попали в автокатастрофу, она умерла. И вот он, короче, на Марсе. И прикол в том, что этот парень, господин Никто, который проживал все эти жизни, он проживал реальную жизнь того человека, который пошел туда, на Марс, на этом корабле, а в параллельной реальности его выдумывают и пишут о нем книгу. Прикиньте, какой прикол. То есть, если вы сейчас там читаете книгу какую-то фантастическую, то в параллельной реальности это все происходит реально. Если вы сейчас про инопланетян там что-то смотрите, то в параллельной реальности эти инопланетяне по-настоящему живут. Прикиньте, круто. Я не все понимаю, но с тобой давно и очень рада. Наверное, тяжело быть со мной и не понимать. Подскажи, как ты двигаешься так, что обламываешься, а потом продолжаешь свое дело? Я все время обламываюсь. Да, блин, я просто разбираю, зачем я это хочу и почему это сейчас хорошо. Любая проблема — это вообще большая мотивация, и я обожаю свои проблемы и сам кайф их разруливать, потому что когда с чем-то сталкиваешься, осознаешь это, и оно тебя расширяет просто в таком огромном, просто вот как взрыв во все стороны. То есть каждая проблема — это просто сигнал того, где ты застрял в чем-то. Если ты с этим разобрался, то ты не просто идешь, ты со скоростью света в нем летишь. Меня ничего не может остановить. Я даже не представляю. Меня может остановить, если все хорошо. Вот если все хорошо, оно само остановится. Вот представьте, мячик пустить по поверхности ровной, вот он катится, катится, рано или поздно он остановится, то есть его инертная сила закончится. Вот. Представьте, каждый раз столкнувшись с препятствием, у вас появляется новый импульс, новое желание, и он опять начинает с новой силой, его пинают просто, и он опять летит вперед. То есть каждое препятствие, это блин, как остановиться возле розетки, подзарядиться, что ли.